каждым разом все лучше и лучше получается избушки. Это уже лучше, чем землянка, да? Думаю, какие грибники уходят на эту избушку. Приятно удивлены. Такой сказочной избушки посреди леса. Откуда ни возьмись. Да. Сейчас еще сделаем кое-что интересное. Для красоты. Ну и для удобства тоже. Лучок, правда, подгорел немного. Прокараулил. Кобелем бы обзавестись. В лесу хоть и что-то делаешь, но отдыхаешь все равно.
Вуаля. Такая-то поинтереснее будет, поудобнее, чем такая. Это будет так строительно, где-нибудь там что-нибудь подлезть, если надо будет. Но это еще не конечный результат. Еще гвозди, когда докуплю, проколочу ее и буду еще перила делать. Вот коряги из этих коряг перила сделал. У нас же тут еще по плану. Этот, как он, балкончик. Тоже перила надо сделать. Раз, так поднимаемся. И избушечку. Эх, лепота. Самому нравится даже. Как получилось, избушка. Обычно мне не нравится, что я делаю. Блин, тут уже листочек уже. Ой, наваристый. Борщ, конечно, никакой получился, но похлебка вкусная. Просто овощной суп получился. Ладно, отдохну сейчас, а скоро зима еще будет, лежишь, смотришь в окошечко, там метель, пурга, тут топится печечка, все шикарно, все прекрасно, тепло, светло. Надеюсь, что будет тепло.